Неизвестные факты об известной личности Дінмухамеді Қонаєві опубликованы в новой книге Диара Қонаєва. Ее презентовали сегодня в Алматы. Автор издания осветил период жизни государственного деятеля от рождения до 1945 года. Впервые публикуются рукописи отца Димаша Ахметовича. Они знакомят читателя с генеалогическим древом рода Қонаєвих, которые имеют глубокие корни и исходят еще со времен Бәйдібек-баба. Подробно повествуется о работе Қонаєва в городах Балхаш и Ридер. Источником стали рукописи самого Дінмухамеда Ахметовича. В книге также впервые опубликованы документы, касающиеся его деятельности на высоких постах. Это время, когда Қонаєв был заместителем председателя Совета министра Казахской ССР. Он занимался всеми проблемами народного хозяйства, начиная от обеспечения шапками-ушанками металлургов до строительства заводов и магистралей связи. Книга увидела свет в год 110-летия Қонаєва. К выпуску готовится еще 5 томов книги. Я думаю, что это будет интересно для, ну, для общественности, для всех знать вот полностью подробно вот, и наше генеалогическое древо, и о том, какие вот неизвестные факты. Очень много известного. У него жизнь была многогранная, бурная. Столько было событий в его, столько он участвовал в таких исторических периодах Казахстана нашего, и как он отстаивал земли, и как он строил промышленный Казахстан, сельскохозяйственный Казахстан. Все это вот найдет отражение в этой книге.